Ареной ожесточенного противостояния стал греческий остров Кос. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрацию против возведения центра размещения мигрантов. 2000 человек попытались прорваться на стройку. Люди опасаются пребывания 6000 приезжих на острове, где всего-то около 30 тысяч жителей, сведет на нет главный источник заработка – туристический бизнес и приведет к росту преступности. Между тем, Словения, одна из главных транзитных стран для мигрантов, ужесточает пограничный контроль, чтобы снизить поток прибывающих. Ожидается, что в ближайшее время о подобных мерах заявит и Австрия. Но в Германии, наоборот, призвали больше внимания уделять проблемам приезжих. На колоннах Берлинского драматического театра даже развесили 14 тысяч спасательных жилетов, брошенных мигрантами на острове Лесбос.